И еще об уклонении от исполнения административного наказания. Сотрудники полиции напоминают об ответственности за несвоевременную оплату штрафа. Законодательно определенный период для его уплаты 60 суток. Если в этот срок сумма не внесена, то нарушитель привлекается к ответственности, которая предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях, а именно статьей 20.25. Санкция данной статьи предусматривает либо штраф в двойном размере, либо арест до 15 суток. При этом при всем у нас данную статью, решение по данной статье принимает судья. Вот, поэтому как бы, мне хотелось бы обратиться к тем гражданам, у кого имеются штрафы, кто еще не оплатил, чтобы они как бы своевременно оплачивали. Иначе последует вот, скажем, такая санкция. Кроме того, если по истечении срока гражданин не оплатил штраф, взысканием задолженности займутся судебные приставы. Добавим, в случае потери постановления об административном штрафе за копией документа можно обратиться в ОМВД или зайти в раздел «Штрафы и госпошлины» на портале госуслуг.